Мне очень нравится. Мы здесь уже не первый раз. В принципе, Казань уже является такой спортивной столицей России. Да, хочу напомнить, что 10 лет назад здесь проводился чемпионат мира среди юниоров. Вот, и в 2013 году, 11 лет назад, здесь проводилась универсиада. И в 2011 году проходили здесь соревнования первенства чемпионат Европы. Поэтому опыт проведения, конечно, здесь хоть отбавляй. И сегодня то, что мы видим, это, наверное, лучшая версия всего того, что происходило последние годы. Думаю, что на таких соревнованиях каждому спортсмену, во-первых, удовольствие выступать, я думаю, и большая честь. Вот. И я очень рад, что наши соревнования стартовали. Лучшие спортсмены России здесь покажут лучшие результаты. Я очень рад, что у нас приехали гости. Вот. И сегодня на этот помост, чтобы подняться, нужно быть достаточно смелым. Вот. И в политическом смысле тоже. И сегодня мы видим демонстрацию настоящего спорта, настоящих спортивных принципов. И на самом деле сути спорта, который призван для того, чтобы выстраивать мосты. Поэтому всех поздравляю с этим днем, с началом этих соревнований. Ну и, конечно же, всем спортсменам здесь своих лучших результатов.